нужно правила движения выполнять без возражения. Об этом напомнили школьникам, отдыхающим в летних лагерях. По данным госавтоинспекции, за 6 месяцев текущего года на территории города Самара произошло 64 ДТП с участием несовершеннолетних. Погибших нет. С целью предупреждения подобных происшествий сотрудники госавтоинспекции провели профилактическую беседу с детьми. Такая работа направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Работа ведется в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2021-2025 годы». На территории одного из оздоровительных лагерей городского округа Самара проходит профилактическое мероприятие «Безопасное лето». Мы, конечно, все понимаем, что летние каникулы в самом разгаре, но ни в коем случае нельзя забывать о безопасности наших детей на наших дорогах нашего большого города. Поэтому мы детям в различной форме, игровой форме, в форме квестов проводим с детьми профилактические беседы. Детям рассказали о требованиях безопасности для пешеходов, необходимости использования светоотражающих элементов на одежде в темное время суток. Профилактические беседы с детьми, направленные на пресечение ДТП с участием несовершеннолетних, проводят регулярно. Я думаю, такие встречи интересны и детям, чтобы они понимали, что происходит вокруг, и немножко это, скажем, вводит в тонус. Тем более дети у нас такие разные, дисциплинированные, с одной стороны, с другой стороны, спортсмены. Поэтому я думаю, что такие встречи необходимы. Особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделили несовершеннолетним водителям средств индивидуальной мобильности. Объяснили, как правильно пользоваться велосипедами, самокатами, скейтбордами, роликовыми коньками. Школьникам напомнили, что до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть и пересекать ее на симах. Дорогу необходимо переходить пешком, а средства передвижения вести рядом.